возможность это для них забить. Нельзя мяч терять сейчас. Виссам Бен Йедер. Усэм Ауа. В офсайде оказалась команда. Осталось играть примерно 9 минут до конца второго тайма. Как он работает с мячом! Всех обыграл! Не смог защитник как следует мяч вынести. Все еще опасно сейчас. Бен Йедер отличный пас отдает. Но все же не получается. Пас на перехвате уверенно сыгран. Очень здорово прессингуют они. А вот хороший шанс быстро развернуть атаку. Есть пространство перед ним. Великолепно получилась контратака. Все как по...